Привет, друзья! Хотите научиться делать мультфильмы такие, как этот? Тогда переходите по ссылке в описании. Ну все, свинка, мне пора. Меня дома Слендер Гёрл ждет. Слендер, а ты в следующий раз бери ее с собой сюда. Я ведь с ней так и не знакома. Папа едет. Привет, Слендер. Как дела? Все хорошо. Вот соскучился по вам. Решил навестить. Я ведь теперь совсем без детей живу. Ага. Понятно. Послушай, Слендер. Я тут купил новый автомобиль и решил свою старую тачку подарить тебе. Да нет. Что вы? Не нужно. Так, Слендер, никаких нет. Даже слышать не хочу. Если ты не заберешь ее, я обижусь на тебя. Ну хорошо, папа Свин. Раз так, я возьму ее. Вот она, моя ласточка. Стоит. Сколько лет она мне верно служила. Теперь и тебе послужит. Держи ключи от нее. Бензином она заправлена. Ну, я пошел. Слендер, я тоже пошла. До встречи. До свидания. И как я в нее влезу? Хорошо, что все разошлись. Стыд-то какой. Слендер в таких нелепых позах. Короче, да мне вовсе незачем на ней ездить. Принесу ее Слендер Гёрл. Будет ей игрушка. Автомобиль мне вовсе не нужен. Я ведь умею телепортироваться. Спасибо за просмотр, ребята. А теперь не поленитесь, поставьте лайк для старины Слендера. И напишите в комментариях, понравился ли вам мультфильм. Делитесь видео с друзьями, проверьте, подписаны ли вы на канал. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. А то вы не жмете на него и все пропускаете ролики, да пропускаете. Ну сколько можно?